В музыкальной школе «Облако Шихабль» прошел зональный тур 7-го республиканского фестиваля конкурса хоровых коллективов учащихся детских школ искусств Республики Адыгея. Задачами данного мероприятия является поддержка и развитие традиций детского и академического хорового пения, стимулирование творческого роста хоровых коллективов и их руководителей, обмен педагогическим опытом. В конкурсе принимали участие 4 хоровых коллектива. Выступление детей оценивала преподаватель отделения хорового дирижирования Адыгейского республиканского колледжа искусств имени Умара Тхабисимова, заслуженный работник культуры Республики Адыгея Сима Сиюхова. Первым на сцену вышли учащиеся Кашхавльской детской школы искусств. Хоровое пение – один из самых распространенных и общедоступных видов музыкально-эстетического воспитания детей. Это процесс обучения, процесс творчества, коллективного музицирования – это возможность обратиться к хоровой музыке, как к источнику и способу духовного развития ребенка. Продолжила мероприятие выступление воспитанников Натырбовской детской школы искусств.
фестивале конкурсе также принимали участие хоровые коллективы Шевгеновского и Геогинского районов. Конкурса хоровых коллективов учащихся детских школ искусств Республики Адыгея подошел к концу. По результатам зонального тура в республиканском конкурсе будут принимать участие хоровые коллективы Шевгеновского, Геогинского районов и аула Кашиха.